всех просто а там вдали. Ладно, автобус потом. Там город на заднем плане, горы. Это чей памятник? Танка тоже. Там бьёшь мечта, как в образе. Сами оперы. Первая школа, которую Лужков заново отстроил. Сейчас целая дверь, целая дверь. Старая церковь, как она называется? На шведской. На шведской. Находится длинный вход. Реставрированная после военных действий в Ленинградском Гамсахурге. Не парламент. Вдалеке мать Грузии. Да. Там вдали площадь революции. Мы в старый город уже зашли. Старые балконы, какие они раньше были. Новый собор, построенный на старый лад. А вот здесь, когда мы вышли из-за угла, Метехи, церковь с памятником основателю города Вахтанга Долгоцкого. Которая после революции была тюрьма, и которая был заключение для многих домов. И старый город, где дедушка родился. Там фуникулёра башня. Делай шаг за два вправо. А вот там прямо на горе лепятся домики Аллабара и старая армянская церковь. А вот там и старая крепостная стена видна. Монастырь, одна из древнейших церквей действующих. На фоне современной страны и города.
ласточки на гнезда. Прямо вдоль куры. Ряд персий разных. Вот так разные. Это называется Сухой мост. После охоты и рыбалки.